В Мурманске акция состоялась в сквере Капитана, в которой располагается на улице Шмидта. Здесь высадили 75 берез. 75 высаженных берез символизируют 75 лет победы советского народа в Великой Отечественной войне. К памятной международной акции в Мурманске присоединились несколько десятков человек в этот день. Мой дед Александр Семенович Никоров, фронтовик, воевал, прошел всю войну. Слава богу, не погиб. Он очень много после войны занимался восстановлением нашей страны и построил в том числе Белоярскую атомную электростанцию. Для меня эта акция, это, во-первых, память. Во-вторых, это, конечно, часть преображения нашего любимого города, города-героя Мурманска. И молодежь, и взрослые мурманчане стали участниками акции «Лес Победы». Каждый здесь по собственной инициативе, по зову сердца. Вот и Юрий Осадчук, свободный отдел «День», присоединился к проекту, почтил память и украсил город. Я сам с большим желанием пришел и посадил три дерева, вот три березки. Мне приятно на душе, и когда значит, я вижу, что действительно, через несколько лет оно будет набирать свои, как говорится, силы. И будет приятно, когда я приду сюда через несколько лет, увижу, да, уже дерево подросло. Это здорово. Мурманская область стала последним регионом, который присоединился к международной акции. И виной тому стали климатические условия. Когда везде уже была весна, на севере еще лежал снег. Мне очень приятно, что Мурманская область тоже становится участником этой акции. И мы последние действительно в России, потому что по климатическим условиям, потому что погодные условия позволили нам сейчас присоединиться. Помимо Мурманска и Полярного, от нашей области в акции примет участие и Кандалакша.